сильно и точно. Мяч взлетает высоко над полем. И вот... Есть! Реджи Джексон пробивает свой третий хоумран за этот матч. Вот это да! А знаешь, Риммер, когда-нибудь я тоже стану звездой спорта. Как скажешь, Куб. Ты еще увидишь. Только подожди. Но прошло время. Страна приблизилась к порогу тысячелетия, и что-то пошло не так. Мэнни отдает мяч и уходит. Какой проход? Молодец, тачдаун, есть! Идеалы спортивной доблести уступили место чрезмерным выражениям торжества. Спортсмены не столько уделяли внимание игре, сколько подготовке вульгарного танца победителей, который завершал игру, даже если их достижения не были весьма скромны. Миннеаполис Лейкерс перебрались в Лос-Анджелес, где озер нет. Ойлерс в Теннесси, где нет нефти. Джаз в Солт-Лейк-Сити, где музыка запрещена. Грубости драки проникли в спорт, вытеснив благородный дух соревнования. Проблем становилось все больше, а интерес болельщиков к игре все падал. И все же дух спортивного соревнования еще не умер. Казалось, что он просто дремал в мечтах молодежи. Знаешь, Риммер, когда-нибудь я тоже стану звездой спорта. А знаешь, Риммер, когда-нибудь я стану владельцем большого спортивного бара. Заканчивай, Куб. Ладно, я только хотел полить кустики.